Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я вижу, что вы мне пишете, и я уже посмотрела видеоролик на канале «Доброе дело», но не всегда сразу успеваю все прокомментировать. Поэтому приступаю к обзору. Обычно, знаете, я в последнее время речь Игоря перематываю, но тут почему-то решила послушать, что он говорит. И, знаете, она меня просто убила наповал, потому что он снова начал жаловаться, что люди пишут, что не рады его видеть. И он, как и на стриме, заявил, что если вам не нравится, вы можете не смотреть и отписаться, и идти с миром. Но вы обязательно все равно вернетесь на канал и будете смотреть видеоролики, потому что вам нужен экстрим и негатив. То есть, получается, Игорь сам подтвердил, что у них на канале один негатив и экстрим, раз люди все равно идут и все равно смотрят эти видеоролики. Ну и дальше они отправились проведать бабу Галю в больнице и узнать, как у нее дела. Зашли в палату и их пустили буквально на пару минут, а видеоролик этот был за 11 число. И спросили, когда зашли в палату, первым делом, как у бабы Гали дела, как она себя чувствует, на что она толком сама не ответила, говорит, ай, не знаю. В общем, по-моему, она толком сама не понимает, как она себя чувствует, хуже или лучше. Ну и она первым делом сразу начала просить поесть. Ну, хотя вроде говорила, что кормят хорошо, дают и суп, и второе, но вот ей именно захотелось кусочек маленький колбаски, кусочек ей захотелось рыбки, на что Игорь сказал, что нужно спрашивать у врачей, потому что такое, возможно, ей нельзя. Также объяснили для зрителей, что у бабе Гали вывели трубочку, и у нее стекает желчь. Дальше, как бы Игорь сказал, что баба Галя стала лучше выглядеть, чем в прошлый раз, когда они приезжали к ней. Ну, вы знаете, лично я как-то, ну, возможно, это через экран так видно на видео, но мне кажется, что выглядит она все равно не очень, и она желтая вся, и, по-моему, все то же самое, что и было в бытовке. Следующие уже самые горячие. Потому что бабе Гале устроили допрос, что за Ольга из Беларуси звонит бабе Гале. И что же она у нее такого выспрашивает? Получается, баба Галя у нас прям под запретом. И мальчики прям держат ее, получается, в ежовых рукавицах. То бишь бабе Гале нельзя ни с кем разговаривать. И то ли они боятся, что ей что-то скажут, или какие-то вопросы задавать будут ненужные. Простите, мальчики, но в отличие от вас, я уважаю пожилых людей и не позволю себе что-то говорить ненужное, плохое пожилому больному человеку. Но, видимо, вас это так напрягает, и вы так боитесь, что прямо вот все собрались воедино, и Андрей где-то по телефону говорил, и Игорь, и видео прервалось, и, видимо, дальше началась просто обработка бабы Гали, чтобы она ни с кем никогда не говорила по телефону. Мне кажется, это очень смешно. Первое. Она свободный человек. Второе, она не ваша собственность. Потому что так получается, что теперь, раз вы ее снимаете, то она стала вашей собственностью. А то, что есть люди, которые тоже интересуются ее здоровьем. А у Ольги из Белоруссии, по крайней мере, в отличие от некоторых, присутствует сожаление, жалость и понимание больного немощного человека.
Дальше в видеоролике сообщили бабе Гале, что паспорт ее нашли, и что когда бабу Галю выпишут, они заедут, и она получит пенсию, и что она может не переживать, пенсия ее на месте. Ну и следующее, позвонила подписчица во время съемки видео, которая передавала бабе Гале привет, и этот привет бабе Гале передали, и то, что она хочет отправить бабе Гале посылку и спрашивает, что бы баба Галя хотела, чтобы ей прислали. Но как-то неохотно баба Галя приняла, как мне показалось, привет, хотя и сказала «да, спасибо». Но, видимо, это уже просто, что у нее не такое самочувствие, как раньше. И особо она даже, как мне показалось, не среагировала ни на какие там посылки. И дальше еще момент пропустила про зуд. Так как мальчики у нее спросили, или чешется она, или меньше чешется. На что она сказала, что уже чешется меньше, но она и мне говорила об этом. И то, что у нее уже заживают расчесы, ранки, которые она порасчесывала, то есть они уже подсыхают. Ну и дальше снова она вспомнила про еду, снова просила кусочек колбаски, рыбки, ну еще и творожок, на что получила ответ, что после того, как поговорим с доктором, мы решим этот вопрос, на что баба Галя разозлилась в конце, что творожок-то в конце концов можно, что доктор. Не знаю, видимо, баба Галя просто проголодалась. Ну, в общем, закончился видеоролик с пожеланиями, прям как желаю я, позитива, ну и мальчики попрощались со зрителями. В общем, ребят, жду ваших комментариев, жду вашего мнения, что вы думаете по этому поводу относительно видеоролика на канале «Доброе дело». И я, как всегда, желаю и постоянно, не копируя никого, добра, позитива, улыбок и главное, мои хорошие, здоровье и еще раз здоровье. Берегите себя и своих близких. Виртуальные обнимашки. Всем пока, мои хорошие.